Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Однажды Мухаммад алейхиссаляту вассалям поехал со своей матерью навестить своих родственников в Медину, а когда возвращались обратно, Амина покинула этот мир. Мухаммад стал кругом сиротой в 6 лет, в столь раннем возрасте. У него не осталось ни отца, ни матери. Воспитанием будущего пророка занялся его дед по имени Абдуль-Муталиб, который любил его даже больше своих детей. Однако и дедушка прожил недолго, когда Мухаммаду исполнилось 8 лет, и Абдуль-Муталиб умер. Затем, после смерти дедушки Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, взял на воспитание дядя Абу-Талиб.